российской земле, и все-таки мы славяне, то старых богов наших искренних. Мы не забываем. И мы сегодня просим Стрелога, чтобы он нам вернул хорошую погоду на земле, ну хотя бы над Россией. То есть мы делаем праздник для него? Мы делаем праздник для себя, обращаясь к нему. Мы приносим дары и требования. Более того, Стрелок отвечает за воинственный дух, за силу. Мы его замаливаем. Да, да, да. Мы, конечно, наклянчиваем само собой, но самое главное, что мы собираемся для благого дела, для позитивного настроения и для обобщения цели. Цель у нас какая? Создать благо своими силами. Учитывая, что здесь много экстрасенсов, много хороших... да. Много хороших актеров и певцов. Все мы обобщаемся здесь, все мы делаем этот праздник для того, чтобы радость жизни не покидала нас ни в какую погоду. Ну а о хорошей погоде, я думаю, позаботиться уже там. Мы хорошо попросим. Мы очень хорошо попросим. Да. Хорошего вечера. И вам. Помощь каждый шаг, те, кто встретит на пути, и не сдаться.
смею идти, ясновидящая мать, и крестами на руках очищать от боли путь, и с дороги не свержу. Ясновидящая мать, кричу помощь каждый шаг, сердце встретит на пути, и не даст мне уйти. Ясновидящая мать, и крестами на руках очищать от боли путь, и с дороги не свержу. Аплодировать. Это была Ольга Левашова. А сначала я хотела бы дать слово нашей сегодняшней имениннице, прекрасной девушке Ладе Ведуне, у которой сегодня день рождения. Мы уже поздравляли ее по отдельности, но давайте уже все вместе. С днем рождения! Не стесняйся! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Благодарю всех за поздравления. Сегодня очень волшебный день, день Стрибога. Наверное, знаете, что славянский бог Стрибог у нас не просто повелитель ветров. Это справедливый бог, брат Перуна, который отвечает за изменение климата вообще в мире, за глобальные события и за изменение судьбы. Считается, что Стрибог родился из дуновения, из дыхания рода. Это волшебный очень день, и он еще совпал с мусульманским праздником в этом году. Очень сильный, мистический. Сегодня мы, моей командой, те, кто изменяет мир к лучшему, помогали с событиями в Индии. Сейчас большой поток, мы пытались это отменить. И сегодня я приложу много-много усилий, чтобы все было все хорошо. Мы сегодня, когда будем проводить обряды, ну, будут сюрпризы. Я для вас, для всех тоже приготовила те обряды, которые проводятся именно в День Стрибога. День призыва души, мы сегодня мы уже сделали, это по сути делается. Призыва души великого учителя делается сегодня. Сегодня делаются обряды на деньги, обряды на зарядку амулетов и оружия магического. Ну, в общем, сегодня очень-очень сильный магический день, и я рада, что все мы здесь собрались. Таким огромным, большим числом магов мы сделаем очень серьезную работу. Всех благодарю. Влада уже сказала об оберегах и волшебных предметах, и у нас сегодня есть спонсор. Это очень интересная компания Mind Machine. Никто еще в нашей тусовке их не знает, а знать стоит, потому что это очень интересные ребята. Ладочка, не уходим, это же ваш подарок. Подарок сейчас будет. Mind Machine. Собственной персоной. Сейчас расскажем, что за компания, что за подарок. Сегодня мы еще не раз с ними увидимся. Пока только ради вас. Всем добрый вечер. Для начала хотел сказать огромное спасибо организаторам этого мероприятия за такую плотную, очень теплую, открытую, дружественную атмосферу, за такое энергетически сильное, наполненное место. Мы представляем магазин Mind Machine. Действительно, для многих это новое, неизвестное направление, потому что оно находится на стыке науки, последних научных разработок психологии и магии. На самом деле это очень актуальное направление, потому что многие знают, что 2012 год переход действительно состоялся, Земля изменила свои частотные характеристики, и сейчас встают совсем другие требования к человеку, к его микрокосму, к внутреннему миру, совсем другие требования к внешнему пространству, поэтому именно разработки, которые находятся на стыке разных направлений, они сейчас наиболее актуальны. Мы существуем уже давно, хотя нас мало кто знает, пока уже 12 лет, с 2006 года. Существуем в формате лаборатории, который изучает способности человека и в этом направлении разрабатывает приборы для развития мозга, приборы для саморазвития, например, такие как очки для видения ауры,
по технологии английского врача Вальтера Хильнера, прибор для осознанных сновидений, для тренировки входа в осознанный сон, прибор для самопрограммирования, приборы для развития мозга, для аудиовизуального развития мозга и многие другие. И сегодня одно из интересных приборов, новых, сейчас очень таких востребованных, это NoCo, мы бы хотели подарить нашей имениннице. На самом деле, да, спасибо. На самом деле, ну, подарки, в принципе, у нас сегодня подарков много, вот, они выглядят все одинаково, но у них разная, так сказать, начинка. Вот. Деньги или любовь? Или слепым методом, или слепым методом. Давай, финансовый. Давай. А, то есть это кулон, он представляет собой кристалл, на который записана определенная информация, то есть список там, да, программ есть, вот, и соединенный с антенной. Вот, то есть это такое, да, это тоже техническое устройство, ну, это из области квантовых технологий. Вот. Поздравляем. Я вам очень благодарна. У меня вообще была мечта познакомиться с Mind-машиной. Вот сегодня она сбылась. Благодарю вас. Ну, вот сегодня совершенно спонтанное единение, потому что Лада Ведунья мне по секрету сказала, что, оказывается, она вас давно знает и мечтала познакомиться. Так что с днем рождения, выполнили еще и заветную мечту. Спасибо, Mind-машине. Мы сегодня с вами еще неоднократно увидимся. Я всем советую знакомиться с компанией Mind-машина, потому что у них много интересной информации. Я многого не знаю, давайте будем с ними действительно знакомиться ближе. Подходите, задавайте вопросы. Как это там работает, какие-то тонкости технологии, там вся информация есть. Вот сюда вас подготовили. И я бы хотела пригласить на сцену нашему спонсору Mind-машин Наталью Толстую, психолога, и многоликую ведьму, финалистку битвы экстрасенсов, прекрасную нашу Зуеву. Ну, красотки же, ну, красотки! Надо же им подарки! И за красоту, и за то, что они обе всесильные. Мне кажется, Наталья тоже немножко ведьма. Как и все экстрасенсы, очень психологи. Как и каждая женщина. Ну что, подарки? А выбор тот же самый. В нашем современном мире выбор, он у нас любовь или деньги? Значит, деньги. Так, для нас выступит замечательная певица Натан Дели. Вот это вот рыжая песня. Я думаю, с такими зажигательными и классными песнями. Поэтому аплодируем. Спасибо. Thank you.
к тебе. Я представляю, как ты откроешь мне дверь. Я буду тонуть в твоих горящих глазах. Москвы, а их там как-никак 15 человек застрявших, экстрасенсов. Вот они там пока сейчас погоняют руками все эти потоки пробок, и даст Бог доберутся минут через 20-30. После этого мы будем проводить здесь, на поляне, специальную мистерию, которая именно и посвящается упорядочению погоды на планете, ну и в большем, конечно, интересе над Россией, в России, чтобы была хорошая погода. И будем просить себе благополучие, будем просить о том, чтобы нас избавили от врагов, будем заряжать свои личные амулеты, обереги, магическое оружие, которое многие мастера привезли сегодня с собой на мистерию. А хочу вам сказать, что есть мастера, которые приезжают проводить мистерию каждый раз, несколько раз в год, именно ко мне, на наши праздники. И это зрелище незабываемое совершенно, и силище она дает на весь год. Птичка никогда не врет, слышите, какой звук издает птичка? Да, да. Силище будет небывалое. Вам будут розданы требы для того, чтобы вы каждый от себя мог бы сделать свою просьбу, получить свое личное благополучие от стрибога, бога ветров, бога мести, то есть чтобы воздалось недругам нашим,
за то, что у нас может быть что-то не так, как хотелось бы. И самое главное, что вы получите ту самую силу на движение вперед. У кого какое желание? Кто куда хочет двигаться? Кто-то в творчество, кто-то в другую профессию, кто-то хочет благополучно разрешить свою личную жизнь. У кого-то есть необходимость родить ребенка. То есть у каждого человека есть своя надежда на будущее. А вот именно стрибок эту надежду вашу сделает явью, настоящим действием и совершенной реализацией ваших мечтаний. После этого у нас будет всеобщее ликование, праздничный салют и отпускание на небо фонарей с желаниями, горящих фонарей. У каждого будет свое личное, секретное желание. А еще у нас там будет колокол Рында, под который мы все будем кричать то, от чего мы хотим избавиться. А также мастер воды, стихия воды, пронесет перед вами таз с заговоренной водой, в который вы выдохнете свою болезнь, если кто-то из вас болен. А потом мы все это утилизируем так, чтобы наши гадости никогда не возвращались ни к нам, ни к нашим близким. А те гадости, которые положены тем, кто нам их послал, вернулись к ним обратно. Вот так мы сегодня поступим на нашей мистерии. Поэтому потерпите, отдохните, пусть у вас будет хорошее настроение. Перед вами сегодня выступают люди с искренними своими чувствами, с творчеством своим, которые пришли сюда радовать вас, показать вам свои таланты. Эти люди не все профессионалы, далеко не все. И они очень чувствительные, они тоже творческие, они пишут прекрасные песни, они великолепно же исполняют. И также есть настоящие артисты, настоящие актеры и певцы. Все вместе у нас сегодня совершает один общий праздник. Защищает. Руслан Баринов, прошу любить и жаловать. Всем здравствуйте. Сегодня для вас я буду организовывать обряды на желание, на исполнение вашего заветного желания. Поэтому, если есть здесь люди, которые хотят загадать свое желание, чтобы оно сбылось, подходите ко мне, все это будет у нас индивидуально, никто нам не помешает, и сегодняшний день нам благоволит. Руслану Баринову все, кто за исполнение желаний. Я хочу озвучить, что к нам еще приехала компания звездных гостей Дардок Усто, Денис Холодницкий. Денис Холодницкий, Дардок Усто. Так что фотографируйтесь. Дардо. С любым ударением, красавец мужчина. А это легендарная блондинка, самая красивая, самая очаровательная, которая знает про камни все. Марта Орлова! Бурные аплодисменты! Почему такие жидкие? Кому не стояк нашептать? Соответственно, хочу вам представить певицу Юля Чернова. Давайте попросим ее с вами аплодисментами исполнить свои прекрасные песни. Юля Чернова перед вами. Yes, ma'am.
Ребят, буквально вот недавно записали как бы вот эти два трека и готовились на корабле, который переносился у нас долго. Но, тем не менее, я думаю, что это получилось. Если вам понравилось, поаплодируйте, пожалуйста, нашим девчонкам. Это самое вот лучшее, что может быть, что это, наверное, удалось. Это бурные ваши аплодисменты. Спасибо, Юля, спасибо, Натана. Я думаю, что у вас все хорошо. И вы молодцы вообще. Все было замечательно, просто еще нет, как говорится, оригиналов таких, чтобы бухало, кричало, и мы, съемка идет, поэтому немножечко как бы живаго не стали делать, но попытались как бы в МП3-шечках как-то вот так представить, презентовать этот момент, и я думаю, получилось, да, ребят? Все, спасибо большое, и так для вас Натан Андрей и Юлия Чернова, которая уже шестую песню записывает, на которую также поддерживает, которая любит вообще эзотерический мир. Кстати, она просто вся в эзотерическом мире постоянно, поэтому принимайте ее, любите, жалуйте вот, со всеми процессами. Поэтому она сегодня здесь, чтобы приехать поздравить. Ну что ж, ребята, мы продолжаем нашу программу. Я передаю в руки нашему замечательному ведущему, который сегодня ее продолжит. Это был продюсер Филимонов. Благодарим его за помощь, поддержку молодых начинаний. Я хочу сказать, что и Ольга Левашова тоже. Открытие продюсерского центра. Между прочим, да, вот тот же самый композитор Литвинович Л, которого сегодня здесь нет. Он очень мистический человек, поэтому пишет мистическую музыку. И такие получаются прекрасные песни, как вот и у Олечки. Вот, все получилось. Она сегодня открывала у нас программу, как я понимаю, да? Я вообще не ожидала, что это все так пойдет, но как Сергей сказал, сделаем и вдруг выстрелит. И действительно так произошло. Сергей, все благодаря тебе на самом деле. На самом деле все благодаря магии, господа. Поэтому давайте жить в этом мире, никуда отсюда не деваться, не уходить. В общем, дружить с семьями, поэтому магия это все, это притяжение, это притяжение всего практически, и творчества, культуры, семьи, любви и так далее. В общем, погоды, в доме, не в доме, в общем, во Вселенной. Я люблю вообще Вселенную, не верю ни во что, просто верю во Вселенную, поэтому преклоняюсь перед ней, спасибо, что я здесь. Спасибо вам, что вы рядом со мной. Все. Одинокая кибитка.
Следующая песня называется сейчас. «Завет» — это обо всех нас, о ведьмах, о целительницах, о предсказательницах, о тех, кого жгли на костре. Погасите свет! Руки мои рассказаны, сказки мои, все, что успела. Подлое сказано слово, но это не про меня. Я вылечу из огня и даже из тела. Больно, больно, страшно, страшно. Был неправый суд вчерашний. Мне теперь позор и костер. И все, кого я лечила, подписывали приговор. И в ночи любви постывали, давая отпор. А тот, кто любил без меры, язык себе прикусил. Боже, оставь мне веры, прежде чем стать собою, гляну перед собой. Надо в последний бой выпрямить спину.